стало відомо, що в російській тюрмі загинув Алексей Навальный. Очевидно, він убитий Путіним. Стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сберечь ничего. Путин все должен проиграть, все должен потерять и отвечать за содеянное. И відповідати за скоєне.